Скажите, пожалуйста, вот у вас замечательный стенд, и вы вообще весь наш фестиваль радовали просто изумительными новинками и такими современными разработками органических удобрений. Органическое земледелие – это действительно тот тренд, который уже на протяжении многих лет наконец-то в России, да, культивируется всячески. Что такое для вас органика, органическое земледелие? Ну, как правило, дыма без огня не бывает. То есть этот тренд возникает на почве уже формирующихся проблем, которые создают минеральные удобрения. Это засоленность почвы, это химические соединения, которые остаются в почве, попадают в наш организм. Это гербициды, это многие инсектициды, которые остаются в почве и потом, ну, попадая в наш организм, ну, как бы делая нас более больными и менее устойчивыми вообще, в принципе, к внешней среде и так далее. Мы хотим быть здоровыми, поэтому мы создаем те удобрения, которые помогают растению развиваться как с химическим удобрением, но при этом восстанавливает плодородие почвы, доставляет те необходимые макро-микроэлементы, которые нужны растению именно в нужный момент времени. Скажите, а вот органические удобрения, из чего в основном они у вас изготавливаются? У нас изготавливаются из компонентов, которые используются для кормов разного вида скота, то есть животных, то есть это костная мука, кровяная мука, мука люцерны, морские водоросли. А также мы используем уже наночастицы определенных компонентов, которые уже являются стимуляторами для растений.